Нам важна ваша поддержка. Вы можете помочь нашему каналу и команде гражданской обороны и антизомби по этой ссылке на наш Patreon. Мы обязаны сохранить то важное дело, над которым трудимся все эти годы. И будем очень благодарны вам за доверие и поддержку. Я боялся, что мы потеряем элемент неожиданности. Нам нужно было, чтобы враг думал, что мы все находимся на своих обычных базах. Курим травку, смотрим телевизор и пописываем в Facebook. Валерий Залужный для журнала Time. Это отрывок из первого за почти 8 месяцев войны интервью главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного. И такая закрытость главкома объясняется не тем, что он не любит общаться с прессой, а потому что все эти 8 месяцев ему, мягко говоря, было чем заняться. Чи не той долу квітами льється, ой, той, то залужний з москалями б'ється, чи не той долу барвами та й грає, ой, той, то залужний каса підрває. І пусть війна ще не окончена, но определенные выводы мы уже можем сделать. Мы объясним, в чем украинское командование превосходит российское. Мы покажем, кто спас Одессу от вражеского десанта, а Николаев от окружения. Мы докажем, что Чернигов, Мощун и Гостомель стали ангелами-хранителями Киева. Мы приоткроем завесу над тем, кто руководит контрнаступлением на Луганщине и Херсонщине. Покажем, кто брал Лиман, Изюм и Балаклею, а кто создает бавовну в Крыму. Мы ответим на вопрос, нападет ли Беларусь и когда ВСУ войдут в Крым. Вот, да. Горит. Да. Цистерна, поезд горит. Но обо всем по порядку. Начнем с того, что украинские генералы в последнее время стали очень популярны в мире. Сначала американский политика назвал Залужного героем, но не звездой. А теперь Times внес его в список 100 самых влиятельных людей мира. Залужный бренд. Так, тобто це людина, котра зараз уособлює з собою боротьбу України проти російської агресії. Хотим сразу предостеречь от негативного оттенка слова «бренд». В данном случае это не сухой пиар, а реальное воплощение мыслей, идей и целей украинского народа. Вот так вспоминает 24 февраля начальник ОС Сергей Наев. Перша реакція генерала Залужного – їх треба бити, зрозумів? Я сказал, зрозумів. И их начали бить. Бить точно и безбожно. Гастролеров на танках ожидали не цветы и объятия, а джавелины с байрактарами. На борьбу встали все – тероборона, армия, полиция, нацгвардия, спецслужбы. И у каждого было свое задание. Наш підрозділ спеціального призначення 23 числа був озброєний. Ударна частина вирушила до аеродрому Гостомель. І ми розуміли, якщо затягнути цю висадку і дати змогу Збройним силам розгорнутися, то, в принципі, весь план зруйнується з самого початку. Так і сталося. Так разведка, удерживая і зжигая елітний орковський десант в Гостомелі, виграла время для нацгвардейців і ВСУ. Западне наступлення на Київ застопорилось. Параллельно с этим было принято, как оказалось, еще одно жизненно важное решение. 25 лютого Збройні сили України підірвали міст через річку Ірпінь, щоб не допустити прориву ворога в бік столиці. Затопленная часть села создавала существенное препятствие для российских войск. Враг и понтонную переправу строил, но, как ни старался, не смог преодолеть водяной щит. Не дали змоги на Київ вийти, потому что, якби вони прямим йшли оцим маршом, то вони би буквально за годину були б вже в Києві на площі Шевченка, на Мінському. Демидов на Київщині став своєобразними северними вратами, які спасли Київ від очередного так званого рускомірного плебісциту. Ми прийшли вас освобождати. Від кого? Від бандерівців. Візьмемо Київ. І, ще вони все до западної відчинемо бандерівців, поставимо границю, вам зробимо референдум. Со времен аншлюса Австрії в 38-му году методи, як у нацистів прошлих, так і нацистів современних, не змінились. К слову, обратите внимание на дату. 24 февраля 20-тысячная толпа нацистов на центральной площади города Граца сорвала государственную символику Австрии и на ее место водрузила немецкие флаги. 10 апреля в Австрии состоялся плебисцит об аншлюсе. По официальным данным, за аншлюс проголосовало 99% жителей. За вхождение в состав России Херсонской области проголосовали 87,5 избирателей. Но то, что удалось последователям нацистов на временно оккупированном юге Украины, провалилось на севере.
І немаловажную роль в этом сыграли военные таланты украинского командования. Оборона міста Києва в надійних руках. За безпеку столиці відповідає командувач сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. Фактически координирование всех военизированных частей вокруг Києва принадлежало именно Сирскому, за которое он, к слову, и получил звезду героя. Отметили его наградой и за контрнаступление на Харьковском направлении. Сирського Олександра Станіславовича, генерал-полковника. Сирський возглавил оперативное командование на сверхуспешном и переломном Восточном фронте. Он же присутствовал и на водружении флага в Балаклее. Впевнений в том, что это не последнее место. У нас попереду Купянск, который уже наполовину взятый нашими войсками. Попереду Изюм. Ну и багато інших. И таки да. Вскоре украинский стяг вернулся в Купянск, а затем и в Изюм. Операция происходила в координации с генеральным штабом, который, к слову, возглавляет еще один герой Украины – Сергей Шаптала. Вот что о нем вспоминают его сослуживцы в его бытность полковником. Знал по имени всех офицеров, многих солдат знал по именам. И очень хладнокровно и спокойно это все принимал решение. Ничего не принималось сгоряча. Ему доверяют целиком и полностью. А теперь скажите, может ли кто-то из современного российского генералитета похвастаться подобным? Золотов, Лапин, Суровикин, а может быть Герасимов? Их командиры, они завжди росли по службе только завдяки лояльности до військово-політичного керівництва России, до своих командиров. И по службе у них просувались не те, кто спроможні, профессионально подготовлены, а те, кто гарно каже щось добре своєму начальнику, закриває очі на свої прорахунки і подає як свій успіх. Абсолютно вірно. Хоть кто-то из тех, кто командовал или командует российской армией, сидел в окопе в 10-градусный мороз под нескончаемые канонады арты, собирал друзей по частям после того, как их переехал танк, или, может быть, знает, что такое вызвать удар на себя своей же артиллерии. Решение было принято выкликать вогонь по территории головного корпуса. И не только вогонь артиллерии, а и вогонь авиации. Я и командир рассчитывал, что все-таки они почуют. Росіяни почують, що прийнято таке рішення. І дійсно воно з часом підтвердилося. Это Андрей Ковальчук рассказывает, как его бригада в 2014 году обороняла Луганский аэропорт, когда к ним подошли регулярные части РФ. У них почався кипіш, вони стали кричати, що треба тікати, тому що зараз і авіація, і артилерія буде працювати по аеропорту. По Кропаску. Вони поспіхом почали тікати. Наші військовослужбовці скористалися тим, що у них хаос такий собі, і пішли в рукопашний бой. Ви представляєте собі це? Українці настільки оборзели, що голими руками поперли на відступаючі механізовані орковські частини. Коли до мене солдат підходить і говорить, товариш полковник, каже, я одного кулаками забив. И показывают сбитые чоколотки там. Ушли, когда уже удерживать не было возможности. 146 дней 80-я десантно-штурмовая бригада под руководством вот этого полковника сдерживала намного превосходящие силы противника. А знаете, чем сейчас занимается этот полковник? Европы со всего, что только можно, прорвали первую линию обороны. Сейчас Андрей Ковальчук возглавляет контрнаступление на южном направлении. Это под его руководством ВСУ уверенно подходит к новой Каховке и Херсону. О том, что продвижение успешное, говорит даже тот факт, что орки уже начали продавать военную технику, внимание, украинцам. Вот, например, рабочий БМП-2. На землю! Гордо в землю! Броня что-то есть еще? Нет. Нет. Я тебе рвался же, Валерий. Вам уже похили, получается, по 10 тысяч долларов каждому. Вы можете себе представить, что современный украинский защитник продаст танк? Да никогда. Но такие действия со стороны российской армии вполне объяснимы. Их просто отправляют на убой, абсолютно бездумно. Опять все положили наших хохлы. Приказал вам, блядь, большой, блядь. Бить обратно позиции, потому что сзади наши будут стрелять по ним, если не пойдет. Они завжди будут идти одним и тем же маршрутом. То есть у них, как сказали, там люмінії. Вот они по цьому люмінію идут.
А у нас навпаки, якщо ми бачимо, що тут не вийшло, то вже навіть молодший командир може прийняти інше рішення, головне, щоб в цілому завдання виконувалось. К слову, Наєв по личному опыту хорошо знаком с этой безмозглой тактикой противника. Помните плавающие танки в Северском Донце? Я перебував на безпосередньо там на пункті управління, ну і поставив певну мотивацію організувати таке своєрідне змагання за те, щоб точно цей міст був знищений. За годину мені доповіли, що міст знищений. Протягом 5 діб вони намагалися продовжити своє форсування. По цій переправі рухається танк. Лучний постріл артилерії попадає в цей танк, танк підривається, масою танкою топить дзвіно. Эту тотальну анігіляцію орковської техніки тоді прозвали «Второй Чернобаївкой». Загалом от за ці 5 діб таких активних дій було знищено близько 100 одиниць озброєння військової техніки. Стало зрозуміло, що вони вже тудою не підуть. Ви уловили фразу? Я непосредственно був на пункті управління. Я перебував на безпосередньо там на пункті управління. Наєв, на секундочку, замглави Генштаба і начальник сил оборони України. Тобто входить в топ-10 воєнних людей, які приймають стратегічні рішення в російсько-українській війні. Люди з поля бою доросли до кабінетів, до планування, до стратегічних рішень і до таких важливих процесів. От це надзвичайно важливо. Ще більш невообразимим кажеться, коли вищий офіцер з автоматом в руках возглавляє атаку. Цьогоріч Київ багато в чому врятували героїчні бійці на Чернігівщині та Сумщині, якими безпосередньо керує генерал-майор Віктор Ніколюк. Під час боїв біля Чернігова він декілька разів особисто очолював атаки українських підрозділів. Не знаємо, наскільки ця інформація відповідає дійсності, але побачити генерал-майора во главі своїх солдат – це нинче дійсно на грані фантастики. Хоча Віктор Ніколюк вполне може проворачувати подобне. Це його групі в 15-му году вдалося захватити нашумівших тоді Ерофеєва і Олександрова. Я являюсь военнослужащим Российской Федерации. Мое воинское звание – капитан, должность командира группы. Я действующий военнослужащий Российской Федерации. И это его ребята наводили в марте ужас на Черниговском и Сумском направлении. Нам удалось максимально знищити саме тих, які штурмували місто Чернігів, намагалися взяти. Нам удалось нанести враження цим підрозділам практично на 70% знищити їх. В ходе ведения боевых дней протягом 4 дней. Вот уже долгое время самая тяжелая ситуация остается на бахмутском фланге. Туда уже отправили даже рогожинских зэков. Но Бахмут непреклонен. Они намагаются захопити місто, але ми стояли, стоїмо, захищали, будемо захищати надалі, як Бахмут, так і всю нашу рідненьку Україну. К когорте молодых и талантливых генералов можно отнести и десантников Макса Миргородского и Евгения Масюка. Оба киборга возглавляли свои бригады во время обороны ДАПа. Майк сейчас руководит десантно-штурмовыми войсками Украины и всячески старается реформировать свой род войск. Голубые береты уже в прошлом, как и празднование Дня ВДВ. Мы с гордостью носим маруновые береты. У нас говорят, это голубой берет, залитый кровью. А посмотрите, как украинский Стэтхэм награждает своих братьев по оружию. Действительно по-братски. В свое время Евгений Майсюк также возглавлял ДШВ, но на следующий день после назначения Залужного главкомом был отправлен в помощь генералу, став его заместителем. Среди волонтеров получил прозвище «Женя Война». К слову, об отношениях волонтеров и генштаба. Валерий Федорович – це перша людина, яка повернулась обличчям до волонтерського руху в цілому. І неодноразово, і не з-під палки, а за власним бажанням призначала зустрічі волонтерам, прислухалась і нарізала задачі. Это, между прочим, также очень отличает украинскую армию от орков. В Украине волонтерское движение достаточно активно работает и с Министерством обороны, и непосредственно с армией. Украинские, да и не только украинские волонтеры могут приобрести даже ударный дрон или бронеавтомобиль и отправить их на фронт. У дорозі вдалося з'ясувати, що від початку повномасштабного вторгнення бронеавтомобіль волонтери перевозили вперше. Ми викотимо вам скоро такий проект, який вам дуже сподобається. Це буде дуже смачно і це буде катастрофічно для тих ублюдків, які ще не зрозуміли, з яким народом вони мають справу. В недофедерации мало того, что люди не желают помогать, так и то фуфло, которое доходит до фронта, больше может навредить, чем помочь. Ну, вообще, выглядит как спецура, мягенька голова, новое крепление, пластмасса, швидкозъем. С чего же он складывается? Так вот раскрывается. Что это? Баняки какие-то? А где шлем?
Де ж та й захист 5-го класу? І так во всьому. Воюють совершенно две разные армии. В них, кроме калашей да градов, нет больше ничего общего. Разная форма, разные знаки различия, разное ведение боевых действий. Россиян даже врагами назвать сложно, потому что на войне существует своя доблесть и честь, о которой орки не слышали. Это нечисть, яка колись називалась братами. Насилувати жінок, вбивати дітей, розстрілювати на цивільні машини. Навіть при поганому забезпеченні справжній солдат буде терпіти і не буде мародерити. А у них з цим, з їхньою мораллю, серйозні проблеми. Українці ж воюють за те, щоб ніколи більше. Наші маленькі діточки, які зовсім ні в чому не винні, окрім в тому, що вони народилися саме тут і саме в цей час, однозначно потребують захисту, щоб ніколи в житті не повторилася Буча і не повторилася Гостомель. А так називаємо армії Росії воняє нафталіном. Современний живой НВСУ – самий завідний жених. І он, в отличие от окупанта, знає, за що воює. Ми сильніші, тому що ми вдома, ми захищаємося. Це перше. По-друге, українці – це гарні воїни. Всі знають, всі віка, починаючи Запорозькі Січі і такі інші. По-третє, ми дуже швидко навчаємося. Причем это относится не только к управлению Цезарями и Хаймерсами, но и в офицерском образовании. Хлопцы чудові, просто чудові. От досрочно випустились лейтенанти, на них поклалась дуже велика відповідальність, особовий склад, все. Але вони справились. Справились і 40-летні генерали, которые еще пару-тройку лет назад были полковниками. Вот, например, тот же 44-летний герой обороны Николаева Дмитрий Марченко. В 2014 году получал киборга в ранге майора, а Николаев и Одессу спасал уже будучи генерал-майором. Но скромности не лишился. Не я тут герои солдаты и командиры, которые находятся там в полях, біля гармат, в окопах. Саме це их заслуга, це не моя заслуга. Я тут, ну, так правильно сказать, администратор. Средний возраст украинского генералитета не превышает 47 лет. Они образованы. Многие владеют несколькими языками и обладают не одним дипломом. Они прошли реальные боевые действия и видели войну изнутри, а не из кабинета или на картах. Они – военное будущее не только Украины. Они будут очень востребованы во всем мире, включая тоже НАТО. Это великое будущее Збройних сил, почему они знают, что такое война, знают, как воевать. Мають довіру серед особового складу. І на сьогоднішній день навіть серед генералів вже є достатня кількість досвідчених саме в боях військових. Возглавляє український воєнний бомонд не пропитий полусонний теоретик, а живий, строгий, но заботливий генерал. Дай Бог, скоро повернуться. Звісно, з перемогою. Їх дуже багато. Вони абсолютно різні, але усі разом заради цих маленьких діточок, заради своїх жінок, заради своїх батьків роблять одну надважливу і святу справу. Захищають нашу країну. Скажіть, ну разве можна подобное услышать від какого-нибудь Герасимова? Ну разве може какой-то Мизинцев произнести такое? Дітки з Миколаєва, тримайтесь, сонечки. Ми вас любимо і захищаємо ви наше майбутнє. И они будут защищать будущее своих детей, чего бы им это ни стоило. А таланта в этом у них не отнять. Что признают даже по Путина-визору. Ну надо признать, что Залужный талантливый вы начальник. Ну это надо признать. Это вот просто не обязательно даже стратегом быть, потому, чтобы видеть, что вообще он талантливый мужик. Вот в смысле военного дела. Он интересные комбинации это придумывает. Ну это сказать, надо это признать. И поверьте, украинцев сложно уже чем-либо запугать. Будь то массированный обстрел Киева. Будь то даже второй фронт из Беларуси. Не провоцируйте нас. Мы с вами воевать не собираемся. Ни с литовцами, ни с поляками, ни тем более с украинцами. Він зробив дуже багато лиха для України, але він боїться цього. Він зробить все, щоб Білорусь туди не вступила. Но если таракан все же решится, его ждет самый что ни на есть горячий прием. Тривають заходи з мінування небезпечних напрямків та облаштування інженерних загороджень. А то, что Украина вернет все свои земли, в этом перестали сомневаться уже практически все.
Мало того, американцы даже утверждают, что к следующему лету ВСУ будут полоскать пятки на пляже в Керчи. Буданов в этом вопросе куда оптимистичнее. Я вважаю, что це все буде не влітку, а до кінця весни. Можливо, трошки раніше, тут в днях можна помилятись. В алгоритмі ні. І повірте, це не какое-то хваленое шапкозакидательство. Абсолютно ні. Просто человек, который имеет намеченную цель, всегда побеждает того, у кого нет ни идеи, ни желания. Мотивация одна. Ворог має бути знищений, ворог має бути вигнаний, і наша земля має бути звільнена і розвиватися вже як незалежна українська держава. Треба нести таку поразку, щоб воно генетично всій країні розуміло, що знищувати інші нації, знущатися над іншими країнами, не можу. У нас класна країна, у нас краща країна в світі. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава!